Ребята, да? Обратно, ну-ка, похлопали! Ленивые создания. Так, все, нормально, слышно хорошо, да? Здорово. Да. Музычку? Ну что ж. Твоя? Нет? Нет. Не, не твоя? Не, не моя. Странно. Извини. Очень странно. Так, ну что, судейская коллегия под эти замечательные солнечные лучи приходит к нам. Давайте похлопаем нашим судьям. Спасибо. Спасибо. Теперь еще раз Никите дадим заряд свой, да, поддержим его. Молодцы. Итак, как только будешь готов, да, будешь говорить музыка, рука, время, и мы будем наслаждаться твоим выступлением. Сегодня я хочу... Давайте вначале познакомимся. Меня зовут Никита. Я приехал из города Курск, работаю в кофейне «Блокап» уже полтора года. И сегодня я хочу продемонстрировать то, чему я все-таки научился за это время. И начнем мы с вами с напитка альтернативного заваривания, а точнее воронка. Для этого у нас есть зерно Эфиопия, Куджи де Аниса, натуральной обработки. Для меня она для вас. Для вас. Для меня это зерно было очень необычное тем, что, несмотря на то, что это Эфиопия натуральной обработки, оно было очень кислотное. Соответственно, своим рецептом, а рецепт у меня 16 грамм помола на 260 воды при высокой температуре 95 градусов, я хотел раскрыть более полноценную кислотность. То есть я не хотел выделять что-то отдельное в виде лимона, мандарина и так далее, цитрусовую. Я хотел полную комплексную цитрусовую кислотность выделить. И, как я думаю, мне это очень удалось. Соответственно, сейчас я начну приготовление воронки для вас. Соответственно, пока я занимаюсь приготовлением воронки, давайте я вам сразу расскажу дескрипторы, которые я получил. Значит, в аромате данная воронка нам дает вишню, шоколад горький. Во вкусе вначале мы чувствуем вишню, карамель, кардамон. На послевкусие сладкое, но не продолжительное. После этого мы на остывании получаем комплексные цитрусовые ноты. Тело у нас очень чайное, цветочное. Я делаю специально очень быстро для того, чтобы получить свежие цитрусовые ноты.
поговорим о том, как отличается данная Эфиопия. Все мы привыкли, что Эфиопия натуральная, имеет какую-то очень сильную сладость, она очень цветочная. И когда мне в руки попало данное зерно, я был честно удивлен. Для меня это необычно, когда я завариваю натуральную Эфиопию, вывариваю ее больше 3 минут и при этом получаю кислотный напиток. Основу нашего молочного напитка я займусь приготовлением двух маленьких капучино.
Что же нам дает данная эспрессо как основа вместе с молоком? А подает она нам очень сливочный напиток, который очень приятен и во вкусе очень напоминает ореховый пирог. Добрые души люди, вообще замечательные. Так
Так, стоп. Давайте скажем спасибо судьям. Похлопаем им. Спасибо. Похлопаем. Ленивые люди, спасибо. Которые сидят здесь. Ленивые люди, хлопайте. Спасибо. Итак, давайте теперь скажем большое спасибо Никите Толпигину, который только что выступал. Бариста года 2020. Кофе, чай, какао, выставка у нас прямо сейчас.